Всем привет, ребята, с вами снова я, Маша, и добро пожаловать на канал Бакса. И это вторая часть челленджа «Бакс управляет моим слаймом». Первую часть вы можете посмотреть на моем канале, просто переходите по ссылочке в описании. Или если я не забуду, то обязательно сделаю здесь всплывающую подсказку. Просто кликайте на нее, и все, вы сразу же перейдете. Если вы не видели первую часть на моем канале, в общем, объясняю правила. Сейчас я буду ставить Баксу разные ингредиенты для слайма и класть около них его корм, его вкусняшки, и к какому он подойдет ингредиенту первым, тот и будет добавляться в мой слайм. В общем-то, все очень просто, так что давайте скорее начинать. Поехали! Ну что, наш Соня за Соня проснулся, и первое, что он будет выбирать, это лопаточки, которыми я буду замиксовывать слайм. Итак, кладем на одинаковом расстоянии от Бакса вкусняшки. Можно. Выбирай, Баксюш, выбирай, какую ты хочешь. Красненькую. Значит, берем красненькую. Нет, хватит с тебя вкусняшек, а то налопаешься. Итак, он выбрал красную, значит, я ее сюда откладываю. Теперь Бакс будет выбирать миски, в которых я буду замиксовывать слайм. Есть вот такая вот большая и есть вот такая вот поменьше. Так, кладем вкусняшки. Выбирай. Смотри, вот это есть, а есть вот это. Это или вот это. Какую ты выберешь? Он решил, что я буду делать слайм в большой мисочке. Ну, как бы в маленькой тоже, говорит, может делать, я же съел вкусняшку. Ну что ж, в ход пошла тяжелая артиллерия. И теперь, Бакс, тебе нужно выбрать клей. Есть вот такой вот клей Уху и есть клей Берлинга. Выбирай, какой ты хочешь. Почему Берлинку? Я бы этот выбрала. Ну ладно, значит, этот так этот. Этот убираем в стороночку. Далее, Бакс, ты будешь выбирать между пеной и между кондиционером для волос. Молодец, можно. В любом случае, ему почему-то больше понравился Pantene Brave, значит, мы его отставляем в стороночку, ну а пену убираем. И в этом слайме пены у нас не будет. Пускай будет клей Эрих Краус и, допустим... И давай вот такой вот будет еще клей Эрих Краус, но уже прозрачный. Один, раз, два, можно, Бакс. Это какая-то магия. Ты выбрал клей ПВА. Давай тюбика. Ну что, Баксюш, может, тебе хватит и этого для слайма? Не, Маш, этого что-то мало, давай еще выбирать. Следующими ингредиентами будет крем для рук и пускай это будет масло детское, Бакс. Что ты выберешь, интересно? Берем его вкусняшки. Один, два, все, можно выбирать. Я хотела забрать. Короче, Бакс выбрал детское масло. А крем мы убираем в стороночку. Итак, сейчас Баксюша будет выбирать между голубыми блесками и золотые. Кладем вкусняшечки. Выбирай. И победили голубые блесточки. Смотри. Ну а сейчас Баксюша будет выбирать между детской присыпкой и меламиновой губкой. Можно. Ура, наконец-то, Бакс, спасибо. Он мне выбрал меламиновую губку. Блин, я не могла поднять. Ура! У нас-то будет классный Jelly Cube Slime. Бакс, рад? Тирот, тирот. Тарелка поехала, Бакс, аккуратно. Ты свою попенцию сейчас все уронишь. Иди ко мне. Слушай, Баксюш, что-то у нас с тобой очень мало клея. Давай ты снова будешь выбирать между Уху и не Уху. А не Уху у нас будет, знаете, какой? А не Уху у нас будет вот такой вот. И посмотрим, что же сейчас Баксик выберет. Выбирай. Давай. Походу, ты категорически против Уху клея и просто не хочешь, чтобы я его добавляла слайм. Ну окей, значит, будет клей ПВА. Теперь нужно выбрать цвет легкого пластилина. Можно. Будет зелененький. Выбираем краситель. Есть оранжевый, а есть зеленый. И у нас будет зеленый слайм. Кстати, пластилин он тоже выбрал зеленый. Это, мне кажется, круто, да, Баксюш? Следующий выбор между двумя клеями. Выбирай. Окей, Бакс выбрал канцелярский клей. Далее, смотрите, это вот такой вот глиттер-глю. Есть синенький, а есть сиреневый. Можно, Бакс. И Баксюша выбрал синенький глиттер-глю. Убираем стороночку, а этот убираем тоже стороночку. Ароматизатор малина, есть арома масла с запахом ванили. Сейчас Бакс выберет, что же добавить. Можно, Бакс. О, ноу, он выбрал запах ванили. Он вообще не пахнет на самом деле ванилью. То есть есть запах, но очень такой ненавязчивый. Итак, это последнее голосование. Сейчас будет Бакс выбирать между кремом и гелем с блесками. Можно, Бакс.
И Баксюша выбирает гель с блестками золотой. Ну что, все ингредиенты выбраны, теперь давайте начинать уже наконец-таки делать слайм. Тем более, смотрите, Бакс уже определенно готов и настроен прям решительно, он уже хочет сделать слайм самостоятельно. Скажи, Маша, это мой канал, почему ты решила делать слайм сама? Я тоже так-то хочу принять участие, но... Не-не-не, Баксюш, ты еще маленький мопсик, поэтому тебе пока что нельзя такое делать. Ты будешь так сидеть, или ты сядешь сюда, или ты, может, где-нибудь сядешь, или что, или ты реально будешь слайм делать сам? Я ничего не понимаю, Бакс. Да, Маша, я хочу сам сделать слайм, дай мне самому сделать, что ты всегда сама делаешь, я тоже захочу. Нет, Баксюш, ты еще маленький для такого, поэтому слайм буду все-таки делать я. Берем первый клей, открываем его, открываем и наливаем. Первый тюбик я вылила. Теперь давайте добавим маслечко, раз оно тут рядом стоит. Теперь берем кондиционер для волос и тоже его сюда добавляем. Берем следующие два тюбика с клеем. Так, открываем, наливаем. Ой, Маша, смотри, как классно она выливается. Все такое беленькое и пузырчатое. Можно мне тоже повыливать? Ну, пожалуйста. И добавляем второй тюбик клея. Нет, Бакс, тебе нельзя повыливать. Я же тебе сразу сказала. Берем следующий клей, вот такой вот прозрачный, тоже открываем его и наливаем. И наливаем второй тюбик. Ой, смотри, какой он прозрачный, Маша. Классный клей, ребят, смотрите, какой он прозрачный. Точно классный слайм получится. Капец, Бакс столько клея навыбирал, я просто в шоке. Еще вот такой вот есть клей прозрачный, он вообще никогда не открывается и все время здесь заклеен, поэтому придется его добавлять по капельке, и походу это очень надолго. Очень надолго. Я не выдержу. Теперь добавляем гель с блестками. О, нифига, смотрите, какая красота. Он такой красивый, золотой. Еще нужно добавить один глиттер глю. Это вот такой вот голубенький. Смотрите, какой он красивый. Так, окей. И что же еще добавить? Добавим-ка сюда краситель сразу. Пускай слайм будет прям супер насыщенного зеленого цвета. Я добавлю прям весь вот этот краситель акриловый, который здесь есть. И теперь на очереди у нас будут блесточки. Давайте засыпаем. Ух, вот это красотишка. Я чуть-чуть оставлю блесточек, все не буду высыпать. Ребят, смотрите, какая красота. Офигеть, Маша, это очень круто. Давай дальше делать слайм. Окей, давай. Теперь это все перемешиваем, хотя нет, стоп, я не добавила вот это вот аромамасло. Капаем. Ну что, теперь наконец-таки пора замешивать слайм. Берем лопаточку и все это замиксовываем. И теперь наконец-таки начинаем загущать. Добавляем активатор и перемешиваем, и перемешиваем. Так, 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 так. Пока что еще все очень жидко, поэтому добавляем еще активатора. Попробуем руками. Боксюш, ты будешь проверять? Я думаю, что нет, не стоит. Ну что, ребят, я наконец-таки вымешала слайм и готова вам его показать. Бакс, ты тоже готов его смотреть? Смотри, оценивай слайм. Мне кажется, он получился очень классный. Круто кликает. Ну-ка, давай попробуем его с тобой растянуть и надуем пузырь. И пузырь у меня, как обычно, не получается. Вот, Бакс, умел бы ты делать пузыри, мы бы с тобой позаревновались. Хрустит он точно очень-очень круто. Ну-ка, попробуем все-таки надуть крутой пузырик. Ура, Баксюш, смотри, какой классный получился. Да, Макс, он только сдулся уже. Делаем из слайма розочку и добавляем сюда вот этот вот легкий пластилин. Смотрите, как круто по цвету подходит, просто один в один. Бакс, ну ты, конечно, волшебник, но выбирал тут ничего по цвету подходящего. И пластилин, кстати, очень крутой, такой мягкий и классно тянется. Бакс, смотри. Ой, какой прикольный, а можно им поиграть? Не, Бакс, нам нужно его в слайм добавить. Итак, забабахиваем его в слайм. И перемешиваем. И все, смотрите, просто пластилин потерялся на фоне такого большого слайма. Его даже не видно, как будто ничего вообще не добавляли. Ну и последнее, что Бакс выбрал, и мы еще сюда не добавили, это меламиновые губки. Достаем одну штучечку. И теперь нужно их красивенько нарезать. Я запаслась специально канцелярским ножом. Открываем его.
и аккуратненько нарезаем. Так, и последнее, самое сложное, вот это надо как-то разрезать. Что, добавляем с тобой губку, слайм? Окей. Замиксовываем. Для того, чтобы получился прям настоящий полноценный Jelly Cube слайм, нужно дать хотя бы какое-то время слайму с этими штучками настояться, чтобы они пропитались и были прям мягенькие и вообще классные. Он так классно пахнет, знаете, не тем аромамаслом, которое я добавила, а он очень вкусно пахнет вот этим вот кондиционером. Давай с тобой сделаем розочку. Вот, Ксюш, смотри, какая розочка. Делаем еще одну, и, блин, он офигенно просто хрустит и классно кликает. На, Бакс, заценивай свой слайм, ты его сам сделал. Ой, Маша, офигенный, спасибо, можно им поиграть? Не, Баксюш, нельзя. Итак, вот такой вот получился у нас слайм. Пишите в комментариях, как он вам. И не забывайте смотреть первую часть этого видео на моем канале. Лично мне, если честно, больше нравится вот этот слайм, который мы сделали на канал Бакс. Но какой же все-таки получился на моем канале? Переходите скорее по ссылке в описании и смотрите. Давайте я вам еще раз растяну этот слайм и покажу. Ладно, он, короче, просто офигенный, и блестки классные, и вот эти вот джелли-кьюбы классные, и он классно растягивается, мне вообще очень все нравится, из него делаются крутые прям розочки, смотрите, какая красота. Ну, типа красота, но реально хрустит просто божественно. Максюш, какую оценочку ты дашь своему слайму? Говори, какую оценку ты дашь своему слайму? Мне кажется, Бак стесняется и не хочет давать оценку слайма. Или, Бакс, ты дашь оценку слайму? Маш, в общем так, я думаю, что слайм твой прикольный, но мне что-то хочется спать. Окей, Бакс, я тебя поняла. Раз он хочет спать, значит, пора заканчивать это видео. Не забывайте писать в комментариях ваши оценки для этого слайма, ставить свои большие пальчики вверх. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал Бакса. Здесь будут выходить очень-очень много крутых видео, так что не забывайте кликать на кнопочку подписаться. Ну, а это все, ребят, мы вас очень сильно всех любим. Увидимся совсем скоро, до скорых встреч, всем пока! Баксюш, ты опять забыл попрощаться со своими подписчиками.